Новичок, сэр. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Захаев. Имран Захаев. Руках. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. День-другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули? Будьте начеку. На полигоне тренируется новый отряд. Пошлю к вам самого лучшего. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Не забит, больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, поливая все пулями. В результате никуда не попадаете и выглядите как придурки. Рядовой Ален, покажите, что я имею в виду. Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Развернитесь и стреляйте по мишеням. Пока не используйте прицел.
Я пытаюсь донести до них мысль. Стреляйте от бедра. Поняли, что я имел в виду? Дождь пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Аллен, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень? Целься через прицел. Укрытие малой прочности. Вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Последнее по счету, но не по значению. Осколочные гранаты. Рядовой Аллен, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Последнее по счету, но не по значению. Осколочные гранаты. Рядовой Аллен, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Аллен. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. Никому такого не пожелаю. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Давай, бери пистолет. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отсчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Интересно, почему они сразу не поручили его нам? Рейнджеры ничуть не хуже той же Дельты и спецназа. Впрочем, командованию, как всегда, виднее. А еще это работа по прикрытию. Мы вообще начнем воевать или так и будем всю жизнь нянчиться с котиками и дельтой? Вполне прилично, хотя тебе есть куда расти. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Все чисто, прыгай.
Молодец, парень. Неплохо справился. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Очень хорошо. Молодец, Ален. Иди наверх к своей команде или пройди. Очень хорошо. Молодец, Ален. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Молодец, парень. Неплохо справился. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Превосходно! Ты просто профессионал! Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Очень хорошо. Молодец, Ален. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Yeah.
Очень хорошо. Молодец, Ален. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Слишком много промахов. Еще одна попытка. Впечатляет, ты отлично справился, черт возьми. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, всем иди наверх к остальным. Внимание, мы выезжаем. Не выходит на связь. Все по местам, выдвигаемся. Самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва — наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу! Как поняли, прием! Эй, да! Они прорываются к мосту флаг! У нас потери! Хантер-2! Направляем ответы
какое здание, сэр? Высокое на час. Эй, парень, высокое какое здание? На час. Эй, Дейв, какое именно? Правое или левое? Левое. Эй, а мы не слишком близко подобрались? А когда это Шепарда волновало? Отлично, мы движемся! Эй, эй, здание рушится! Это заплатят бешеные деньги! Не вредно, парни! Хантер-2 пытается прорваться! Вас понял, Хантер-2! Хантер-2, осторожнее с гражданскими! Не открывайте огонь первыми! Следите за крышами! Там могут быть противники! Видишь что-нибудь? Ничего, тут чисто. Да. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет Стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята, это Дикий Запад. Вас понял. Следите за переулками. Прикрываем. Возможно, ополченцы. Вооружены? Нет, просто наблюдают за нами. Зуб даю, это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Видите? Не вижу, парень. Всем хантерам, это сержант Боули. Приготовиться к бою. Приготовиться к бою. Выходим. Нескольких позиций. Задайте им жару. Нас тут куча целей со всех сторон. Сильным сопротивлением. Вас понял, Хантер 2-1! Вперед! Нужно отвлечь противника от Хантера 2-3! Хантер 2-1, это Оверлорд. Доложите обстановку. Голову
под контролем. Противник отступает. Совершаем зачистку. Кажется, один забежал в тот кабинет. Принято, Хантер 2-1. Следуйте в точку сбора осторожно. Могут быть мины. Отбой. Чисто! Понял, Овермор. Спасибо, что сказали. Отбой. Отряд! Следить за противником! Выдвигаемся в точку сбора! Пошли, пошли! Я полечу на следующий. Мы отлично справились с задачей. Рядовой Ален, поступаешь под мое начало. Инструктаж в вертолете. Идем. Батальон на марше! Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Макаров будет наградой. Макаров не добыча. Скорее бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни легенду. Это залог твоего выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. Перекур окончен. Пошли. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Порядок, лед крепкий. За мной! Удачи, приятель. До встречи на той стороне. Mm-hmm.
включающих сердцебиение. Сейчас ты должен меня видеть. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай потихонечку. Буран. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием Бурана. Кто взял мой в такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. Машина, прячься. Он мой. Противник справа. Слева. Внимание, машина остановилась. Они тебя заметили, прячься! Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов. 20 с лишним, похоже, идут к тебе. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Иду к ангару. Беги туда же. Пейзажами любуемся. Пошли. Найди наверху модуль автоматической системы контроля. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Говорит майор Петров! Выходить с поднятыми руками! У вас 5 секунд, чтобы сдаться! Роуч, переходи к плану Б. 4! 3! Прижмись к стене и жди! Укрываемся за мигами, идем через предоградную площадку на эту. Давай, быстро! Thank you.
налево, но почти у цели. Ждите! Быстрее, вперед! К нему быстро! Право 6, мы вас видим. Давайте на борт, горючки мало. Так, буду на них. Слезай. Группа 141 захватила систему автоматического контроля. Два бойца вынесли целую базу. Твоя задача будет еще сложнее. Вчера ты был солдатом на передовой, но сегодня фронта больше нет. Война идет повсюду. А где война, там непременно будут и жертвы. Этот Макаров ведет собственную войну вне всяких правил. Он не побрезгует ни пытками, ни торговлей людьми, ни геноцидом. У него нет идеалов, нет чести, нет родины. Он проливает кровь за деньги. Теперь это твой друг. Тебе лучше не знать, во что обошлось твое внедрение. От тебя это потребует больших жертв. В сравнении с целью, эта цена невысока. С нами Бог. По-русски.
оставляйте свои вещи без присмотра. Не принимайте вещи от незнакомых лиц. Об оставленных вещах и подозрительных лицах сообщайте сотрудникам аэропорта. Проверить экипировку. Как я этого ждал? А мы что ли нет? Хороший подарочек мы им преподнесли. Это еще не подарочек. А вот это подарочек. Американец думал нас обмануть. Когда обнаружит тело, шум будет на всю Россию. Макаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову.